Всем привет! Ну что, у нас сегодня обзор отличного мода, как всегда, от B4 RT Design. Чувак просто красавчик, но, как вы все прекрасно знаете, в данной ситуации в мире, мы ничего не можем купить у заграничных мододелов, они не могут у нас купить. Жека там что-то придумал, но, как говорится, обычному обывателю, обычному пользователю очень-очень сложно. Единственный, наверное, пока из заграничных модеров, который у себя на сайте сделал оплату за криптовалюту. Но я пока еще не разобрался, как это все работает. Я писал ему, чтобы он хотя бы сделал какую-то инструкцию, как оплачивать, но он тоже толком ничего не знает. У него люди работают над этим сайтом, так что пока непонятно. Я попробовал через один сайт Sky Crypto, вроде как бы получилось купить, отправил деньги. Ну и в итоге деньги ушли непонятно куда, непонятно кому, на биткоин, на адрес криптовалюты в B4 RT ничего не пришло. Ну, как говорится, мир не без добрых людей. Так что на этот трейлер новенький от B4 RT Design мы сегодня с вами посмотрим. Но ситуация сложная, без знакомых за границей. Если вы хотите что-то приобрести, у вас не получится из России купить что-то за границей. Потому что платежи не проходят, санкции, все закрыто, ничего не проходит, ничего не работает. Только если есть знакомые за границей, и они вам это могут купить, все это дело сделать. Ждем, что, может быть, все возобновится. Итак, приступим к обзору. Прицеп, конечно, прикольный. У меня, как вы знаете, практически все трейлеры от B4 RT. И вот она, новинка Ranka Elliptical. Это дамп-трейлер. Это, скажем так, первая версия этого мода. Он долго с ним работал. Здесь еще новый его light pack, новые, так скажем, фонари. Но качество, как всегда, у B4 RT плохого качества быть не может. Это, я еще раз повторюсь, первая версия. И я представляю, что будет дальше с этим трейлером, как он его апгрейдит. Это будет просто пушка. Ну, пойдем. Сцепка у нас одна. Кузов у нас один. Шасси. Единственное, вот по шасси, два вида. У нас есть две обычные и две такие маленькие. Они, кстати, со своими колесами. Это две оси поворотные и подъемные. И обычные такие вот. Обычные две оси. Давайте на этой будем собирать. Вот, стали стоковые колеса. Ну, это впоследствии мы поменяем. Здесь у нас раскраски. Ну, чтобы у нас раскраска работала, естественно, нам в тюнинге. Тюнинг здесь, как всегда, вагон и маленькая тележка. В тюнинге нам надо с вами здесь менять детали, чтобы они у нас были, скажем так, под краску. Здесь у нас все меняется. Здесь у нас все красится. Также здесь у нас появляется... да, мы сейчас не видим из-за колес. Здесь тоже все в краске. Здесь вот все в краске. Все вот эти вот вещи, все это можно закатать в краску. То есть, ну, ребят, вы представляете, да? То есть, все, вот каждая деталька, все это красится. Даже есть какая-то вот
такая потертая, старая. Это вот в краску, и это тоже все в краску, здесь тоже все можно в краску. И вот та часть, где у нас... Так, а мы ее с вами покрасили. Вот, у нас все в краске. Да, у нас все в краске. У нас все крашено. Ну, у этой детали, видать, своя какая-то. Даже вот цепь можно повесить. Мы же покрасили все, да. Сделаем вот эти. Так что вот такое вот качество, ребят. Конечно, блин, ну тут, тут это просто кошмар. В плане, что Барт это красавчик. Здесь у нее есть Custom Paint, вы можете сами раскрасить. Также вот такие вот раскраски. У него есть небольшие косячки, говорю. Это первая версия. Вот, немножко отличается. Может, специально это было так сделано, чтобы захватить вот эту часть, чтобы она покрасилась. Но вот здесь вот, да, небольшой сдвиг есть. Ну, это все в будущем поправится, это все сделается. На миг. Так что вы можете выбрать... На миг, да, и здесь по тюнингу выбрать. А можете алюминий, можете поставить старый такой вот, как говорится, старый металл, пошарпанный. Вот, либо оставить такие. Здесь, скорее всего, в будущем что-то добавится. Под какие-нибудь лопаты, швабры, все такое. Здесь у нас с вами тент, закрывающий тент, тоже офигительного качества. Тент мы также можем менять. Есть чисто черный, есть топ грей, топ пейнт. То есть при выборе цвета, ну, допустим, силтер, да, вот у нас меняется с вами. У нас с вами тент меняется. Tarp Red. Можно выбрать красный постоянно и белый. Белый сделан тоже такой вот, как вот вмятинами, потертостями. Ну классно, классно сделано. Вообще отлично. Так, тут мы с вами посмотрели. Здесь также мы добавляем логотипы бартовская, также ранка and wheel. Это, скорее всего, как вот называется трейлер. Здесь мы можем с вами менять, как вот такой вот металл, side boards, diamond, либо у нас деревянный металл. Здесь у нас с вами лампочки, ну вот минимальные, как бы light extra и custom. Кастом мы можем с вами вот выбирать. Ну, поставим такие вот обычные. Здесь мы с вами, да, берем либо у нас вот такой вот, либо у нас вот такой вот старый, потертый, пошарпанный трейлер получается. Давайте это пока уберем. И вот даже вот внутри, ну, сейчас плохо вот видно, тоже вот качество сделано просто отличное. Давайте по порядку. Здесь мы были. Здесь у нас с вами раскраски на борта. Вот у нас также есть, скажем, логотип B4 RT. Флаги американские, канадские. Также вы можете сделать свои скины, как вам нравится. А можете и не делать. Здесь также... У нас есть как алюминий, так и вот у нас с вами потертая, грязная. Также здесь любая часть. Да, пока нету хрома. Есть алюминий и есть, ну, видавшие виды, скажем так. Весь пошарпанный.
Также здесь, ну, мы можем либо в цвет, либо оставить. Здесь также мы можем с вами, но давайте сразу вот колеса сделаем. Вот есть алюминиум, его колеса и своя резина. Также здесь мы можем поменять как на старую Dust, так и на алюминиевую. Также у нас колеса с вами есть алюминиевые и есть старые, грязные, потрепанные, ржавые. Также вот здесь можно сделать вот так вот. И гаечки тоже есть Polish, есть алюминиум, есть Dust. Тоже грязные. Также здесь все это делается, все это меняется, все это отлично работает. Также здесь Dust. Да вот крылья у нас, крылья. Можем как краску выбрать, так и пластиковые. Здесь мы тоже можем с вами выбирать, как вот юзит, это поюзанные, скажем так, вот подвеска, оси, они будут, ну, такие потрепанные. Ну, мы на улице выйдем, посмотрим, вы увидите, что качество, ну, просто огонь. Здесь у нас также с вами выбирается потрепанная, крашеная, диамонт, вот такая вот, металл и алюминий. Также то же самое здесь. Алюминий, диамонт, краска непотрепанная. Ну, давайте возьмем диамонт. Также лестница, тоже алюминий и есть потрепанная. Ну, можем алюминий взять хороший, либо крашеную. Колеса. Здесь тоже свои колеса. Также есть как алюминий, ну, резина уже своя ставится. Также есть и Dust Wheels. Ну, здесь вот как-то чуть-чуть проржавевшие, что ли. Надо было вот так же вот сделать потрепанные диски. Вот единственное, гайки вот тоже идут Dust, грязные. И вот здесь вот есть... А, здесь нету ничего. Здесь нету. Вот это вот. Есть как полиш, полированный на задних колесах. Но вот здесь тоже можно было бы сделать полированную. И Dust. Ну, как бы испорченную. Ну, не испорченную, а ржавую. Также здесь мы берем Dust. Здесь мы берем Dust. И здесь мы берем Dust. То есть свои колеса, ну вот, вот эти можно использовать свои, другие, какие-то другие. То есть такие маленькие колеса, ну, где вы еще возьмете? Может, от каких-то других, ну, у меня нету. Smart, если только, ну, они большие будут. Это не пойдет сюда. Пойдемте дальше. Здесь у нас также мы с вами алюминий, либо такой испорченный металл. Здесь все то же самое. Алюминий, цвет и испорченное. Здесь тоже выбора полно. Это Back Extra алюминий, диамонт, ну, такой вот металл. Вот с этим вот непонятно, чего меняется. А, Paint Diamond. Это просто, да, а это с краской. И пошарпанный. Ну, можно оставить вот этот диамонт. Здесь то же самое. Диамонт, Black, диамонт с краской. Крашеная и пошарпанный. Ну, можно вот диамонт оставить. Здесь у нас с вами добавляются вот такие вот, ну, как сказать-то, ну, грязь или вот сколотая краска. Здесь мы с вами тоже можем выбирать либо алюминий, да, тоже, ну, пошарпанный, либо вот так вот
Вот эту грязь убрать, оставить вот эту пошарпанную, либо включить грязь. Вот здесь вот есть хром. Вот здесь вот есть хром отличного качества. Можно убрать, но вот у нас просто будет блестеть. То есть вот эти вот полосочки, как плиты соединены между собой. Ну и также у нас краска есть. Если мы нанесем, вот у нас все с вами грязное. Да, здесь у нас тоже с вами есть вот логотип B4RT и кастомные варианты. Пойдемте ниже. Здесь у нас с вами фонари. Здесь у нас с вами отражатели. Ну вот так как... А, ну вот на это тоже отражатель ставится. Можно вот так вот сделать. Здесь мы с вами можем цепь повесить. Да, она не анимированная, просто вот так держится. Либо крашеную цепь. Ну, уберем. Здесь у нас номера, куча номеров. То есть, как всегда, выбираем, допустим, вот этот номер, там мы выбираем циферки и вперед пишем свое имя, какое хотим. Здесь у нас либо уже стандартный, да, либо мы с вами выбираем кастомные. Lightpack идет в комплекте к этому моду. И вот его новые фонари. Вот они. Все подписано, все сделано. Допустим, мы сделаем это направо. Это... Так, это правый. Вот, это левый. Здесь у нас с вами, давайте, габарит. Габарит и стоп. Габарит и стоп. А здесь мы с вами какие-нибудь вот маленькие поставим. Все, пусть горят. Да? Да. Ну, в принципе, как-то все. Даже можно вот все это дело, ну, покрасить. Я покупать не буду, он у меня есть. Сейчас пойдем на улицу, посмотрим, как он выглядит на улице. Посмотрим снизу. Качество просто огонь. И это первая версия. Что будет дальше, я вообще, ну, предположить не могу. Там качество просто будет огонь. Так, стоп. Нам это не надо. Не те кнопки. Вот так вот он выглядит. Да, сейчас пока идет в нативном 2К разрешении. Ну, качество, я вам, ребят, скажу, просто, блин, огонь. Вот, всякие шланчики, резервуары, гаечки. Ну, вот здесь вот косячок. Скажем так, здесь гайки есть, вот здесь вот гаек нету. Это как бы мелочи. Все, вот смотрите, шланги, все. Вот здесь даже какие-то манометры стоят. Манометр есть. Здесь все подушки такие, прям, ну вот, провода все шланги, все проходит, все разведено, все сделано, даже вон какие-то штуцера. Блин, ну этого, блин, стоит заморочиться так. Это, конечно, здесь вот амортизаторы всякие, рессоры, гаечки, он даже снаружи, смотрите, какого качества гаечки. Все, блин, сделано отлично. Здесь вон какая-то коробка распределительная с проводами, трубками. То есть, ну просто, блин, огонь. Вот тут даже подходят какие-то провода. Ну, вообще класс, тормозные камеры. Рессоры, все вот, блин, сделано. Ну, ребята, отлично. И вот смотрите, вот внутри.
Ну просто офигительно. Просто офигительное качество. Это класс. Единственное, знаете, что хочу посмотреть? Давайте мы сядем. Пускай работает. Интересно, манометр работает на прицепе? Не, манометр не работает. Ну-ка, если мы начнем оси поднимать? Нет. Оси мы подняли с вами, но манометр у нас не работает. Да. Манометр не работает. Ну и ладно, даже вон, смотрите. Dragon Products. Ну вообще обалдеть. Обалдеть. Просто. Хотя вот к нему тут, к этому манометру шланги подходят. Ну не факт. Работает, работает, не работает, не работает. И фиг бы с ним. Скажем так. Ну вот как-то так. Вот фонари, поворотники, свет, тормоз. Все дублируется, все отлично. Вообще вопросов нет. Смотрится, конечно, обалденно. Ну, на этом все. Такой вот был обзорчик. Сейчас жду обнову на Wilson Livestock от B4RT. Там будет тоже пушка. Он с ним долго уже работает. Порядка там, на, я не знаю, 4, уже 5 месяцев. Идет работа над этим трейлером. Но там будет просто огонь. Ну вот как-то так. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.